Привет всем! Сейчас сделаю такой рецепт. Пережарим лук, паприку, морковку. Все вместе. Добавляем фарш и все это пережариваем. Укропу, приправы. Это у меня чеснок. Соли добавляем. Перец добавляем и чили добавляем. Чили как сыпануло, он, ну ничего, это нормально, любим все горькое. Перемешаем, добавляем такую вот баночку помидорчиков, сюда банку я высыпала. Сейчас перемешаем и воды добавим чуть. Должно прокипеть все, и заправка готова для лазанья. Я решила лазанья сделать с такими лепешками. Дюром называется у нас здесь, и мани так называется. И на, ну, такие лепешки, как наподобие лаваш, они. Это так, как я здесь варю у меня на работе. У меня маленькая духовочка. Пришлось такую емкость взять. И сейчас вот такие лепешки я сюда буду ложить. Все, да? Просто вырезать или что, и туда делать заправку, соус. Итак, перекладываем слоя с заправкой, с соусом и так дальше, дальше. Так, слоя я сделала. У меня так получилось. Сколько здесь слоев получилось у меня? Раз, два, три, пять слоев, да? Сейчас я делаю крем-фреш. Я такой хочу сверху сделать. Плохо снимает. Крем-фреш хочу сделать сверху. И посыпать моцареллой и в духовку. Сметанку сделала, крем-фреш такой сделала, целую эту моцареллу я закинула. Все, ставим в духовку запекаться. Вот мое лазанья уже сейчас будет готово. Где-то прошло где-то полчаса, но у меня, видите, маленькая такая духовочка. Я на полчаса поставила, и вот она сейчас уже готова будет. Сейчас будем набирать, кушать. Я вытащила мою лазанья такое. Так, сбоку мне получилось. Еще будем разрезать. Так у меня получилось. То, что круглая емкость была такая, где я делала. И плохо было вытаскивать. Ну ничего, я попробовала. Вроде можно есть. Нормально. Вкусно. Пока.